любимое наше времечко. Балконом бьют по темечку. Такие все серьезные. Чтобы их не пошутить. Быкуря страница манит новорусских пацанов. Каждый, даже и по пьяни, стать профессором готов. Юные пионеры. Лица суровые, взгляды лучистые. Мы пионеры и сепаратисты. В галстуках алых строится в ряд юных захаровцев дружный отряд. Шаг свой чеканя выступит строем юных захаровцев время героев. Знамени древко реет ладонь. Славим навеки мы наш Луандон. Сладкое с врагами мы не уступим. Нас вдохновляет дедушка Путин. Мы пионеры галимой страны. Русскому миру всегда мы верны. Нам не страшны злобных укров угрозы. Ведь идеал наш Павлик Морозов. Крепко промыты мозги до конца. Не пожалеем родного отца. Наши заводы, шахты и домны дружно загрузим в металлолом мы. В ногу идут за отрядом отряд. Будем и дальше крушить все подряд. Пусть говорят, что в мозгах наших вата. Будем мы жить хорошо и богато. Если не будем, ну что же, не беда. Вата у нас в головах навсегда. Я Яроша Визитка. Это главный правосек и ночной кошмар для всех. Лютой зловарь так и пышет. Мы пугаем им детишек. Он ужаснее Бендеры. Ненавидит нас без меры. И детей, и взрослых, всех. Что ты скажешь, правосек? Нечистые! Нечистые братцы! Ярош вечно лезет в драку. Ездит к Меркель на обед. А собаму и баракам он кентует с детских лет. Из рогов он мудрый сам. Кто бы что там не мычал. Потому что с Далай-Ламой вместе хедер он кончал. Он крадется тупо справа. Включит свой отборный мат. Заорет героям славы и палит во всех подряд. Ярош ходит в вышиванке. Разъезжает в личном танке. Любит салом холодец. Ну, там где Ярош, там трындец. Этот Ярош парень прыткий. Он в местах боев не раз оставлял свои визитки, как когда-то он Томас. Он хитер, неузнаваем. Изо всех глядит щелей. Мы давно подозреваем, что по жизни он еврей. Он нам гадит просто отсюда. Обвалился курс рубля. Боинг грохнул. Гадом буду, это точно Ярош. Если ты, какая жалость, друг, мужских лишился сил, это значит, злобный Ярош что-то водку нанесил. Если сдохла вдруг корова или в доме свет погас, значит, вредный Ярош снова строит козни против нас. Если нищий стала старость, и невкусным стал обед? Знаете, это сделал Ярош. Злой источник наших бед. После славной буквы Я больше нету ничего. Удался букварь на славу. Наступил прощальный час. Отвечать на все предъявы мы готовы хоть сейчас. Мы вам всем, как сестрам-братьям, в свете наших идей разложили по понятиям и предметы, и людей. Скажете, язык что в зоне? Я замечу вам в ответ, что у нас на Лугандоне языка другого нет. Нам умняк по барабану. В терках мы, не в зуб ногой. Времена другие грянут. Будем и букварь другой. Время, время, времечко. Как жареные семечки. Закончилось так быстро ты, но хочется еще.